С нами Данила Травин, игрок команды УГМК «Резерв», который только что одержал очередную сухую победу 3-0 над командой 13-й регион. Наверное, было легко или все-таки были какие-то трудности? Ну, в целом, как бы, тут каждый матч сложный. То есть, самое главное, мне кажется, нужно настроиться просто командой. Вот. А я играл вообще первый матч, то есть, на этом туре. Тут, ну, тяжеловато войти все равно каждый матч. Как вам этот зал? Да вроде все устраивает, все нравится. Вот. Главное, как бы, подойти психологически, с психологической стороны. А так, команда поддержит, все нормально. Повезло, что выигрываем пока что. Считаете, что это везение? Ну, везде есть везение. Мне кажется, чуть-чуть везения есть, но значит мы сильнее. Ну, я так тоже думаю, что вы сильнее. С кем следующий у вас матч? О, я не знаю. Замечательно живем. Но самый главный матч какой будет в этом туре? С УГМК, с первой команды. Как Михаил сказал, вы готовитесь. Мы специально 3-0 выигрываем, чтобы силы экономить и выложиться с УГМК. Ну что ж, удачи вам и дальше там в том же духе. Спасибо.